Игорь Бутман представляет 14-й международный фестиваль «Триумф джаза». Первый в России концерты легендарного Дэйва Холланда и его трио, европейской суперзвезды Анны Марии Йопек и нью-йоркского феномена Рудриша Маханхапы, а также премьера новой программы знаменитого вокалиста Джонни Роджерса и московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана. Светлановский зал Дома музыки 1 и 2 марта. Фестиваль проходит при поддержке правительства Москвы. Категория 6+.